Классов. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей, я вам по делу звоню. Говорить удобно? Да, немного могу. Отлично. Скажите, такое направление, как мировой рынок, вам знакомо? А мировой рынок чего именно? Там, где торгуют акциями, золотом, валюта, нефтью. А, ну, возможно, слышала. Смотрите, я вам предлагаю сейчас разобрать это как источник дополнительного дохода. То есть, чтобы вы на этом зарабатывали. Вы мне предлагаете инвестировать куда-то? Я предлагаю с помощью профессиональной компании сопровождением, да, заниматься инвестициями. На короткий срок, долгий, средний срок. Вы понимаете, да, как происходит торговля? Ну, на данный момент меня не очень интересует. Ну, просто у вас нету денег. Давайте на этом, да, садимся. Ну, давайте, да. У меня нету денег, ну, так вот, на инвестиции. Я понимаю вас прекрасно. Это, да, я вас прекрасно понимаю. Смотрите, но мы просто так не работаем. Мы работаем сначала, мы знакомимся с человеком, с партнером, показываем, как мы работаем, как будет работать вы с нами, а потом уже говорим за инвестиции. То есть сначала нужно посмотреть, а потом уже разговаривать за деньги. Справедливо, не так ли? Да, то есть, фу. Вот. Прекрасно. Ладно, так смотрите, вы дома или на работе сейчас? Это не важно. Не, ну чтобы мы с вами сейчас могли более подробно разобрать это все за компьютером, чтобы вы это посмотрели, а потом уже, так сказать, сами приняли решение и, так сказать, было у вас время на раздумье. Нет, меня не интересует. Спасибо. До свидания. Подождите, ну вы же сами прекрасно понимаете, что...